Так, ребятки, всем привет. У микрофона Дар Пиксель. Сегодня хочу вам с вами поговорить о таком замечательном моем плагине, как Modded SAM. Modded SAM — это плагин, который позволяет заменять защищенные SAMP-ом файлы. Наверное, многие из вас знают, что в SAMP есть такие файлы, которые невозможно заменить. В этот список входит большое количество разнообразных файлов, но самые известные из них, например, Handling.cfg и TimeCycle. Вот. При замене этих файлов в игре ничего не происходит, все потому что SAMP блокирует замену этих файлов. Как это работает? Все очень просто. В SAMP есть такой файл, как samp.sa. Это архивный файл, в котором находятся стандартные файлы, которые защищены от изменений. Плагин Modded SA позволяет заменять защищенные файлы и подгружает их в игру. Он работает таким образом, что не требует ни особых знаний, ни в чем. Вам просто нужно скопировать замененный файл в определенную папку. Папка называется Modded SA, и она должна находиться в папке с игрой. Плагин работает исключительно в SAMP, любой версии абсолютно, не имеет смысла какая. Он не работает в одиночной игре и не выводит никаких сообщений в игру. Всем спасибо за просмотр, удачи!